Ты верная жена? Ну как верная? Ленивая. Живу я, в общем-то, хорошо. Но почему-то такое чувство, что мой муж женился удачнее, чем я вышла замуж. Нашла эскизы татуировок, которые сохранила еще в универе. Впервые радуюсь тому, что у меня не было денег. Я не представляю, как буду работать до 60 лет, если в 34 пошла на кухню и забыла зачем. Сегодня поздравила свекровь. Желаю тебе, мама, всего того, что желаешь ты мне, и вдвойне. Почему-то у нее сразу глаз задергался. Чтобы бороться с ленью, надо жениться, и тогда с твоей ленью будет бороться жена. Этот неловкий момент, когда приводишь домой ту одну единственную, а там еще прошлая единственная не ушла. Если вам скучно, встаньте у входа в вендиспансер и укоризненно качайте головой. Найти смешной мем, а потом вспомнить, что вы поругались, и хрен ему, а не смешной мем. Правильно говорить «клади», но если он скажет «ложи все мои деньги себе на карту, ни в чем себе не отказывай, я буду ложить». Не ложусь спать, когда сильно устал, чтобы усталость не думала, что она тут что-то решает. Люди, которым приходится по работе бывать дома у клиентов, электрики, сантехники, ответьте на один вопрос, какая самая безумная штука встречалась вам в чужой квартире? Моя жена. Помню, как пришел к другу на ужин. Мне дали миску с майонезом, у каждого была своя миска. Я чисто из вежливости съел весь майонез, а через несколько минут мама друга принесла жареную рыбу и овощи. Интересно.